Доброго времени суток всем, дорогие друзья, с вами Каспер, с вами StarLadder TV, с вами турнир квалификации на The International под номером 2, Mortal Teamwork против ZNation, MTV ведутся счетом 1-0, все, вот, вроде бы все, ко мне еще должен присоединиться Matrix, я вот о чем хотел сказать, он там, видимо, пока что чем-то занят, и поехали. В первой игре команда ZNation, мягко говоря, отыграла не очень. Там не то чтобы они не очень отыграли, там офигенно все делали Mortal Teamwork, отлично играли от ошибок команды противника. Марфа ловили очень жестко, у Марфа там счет был 1-10 что-то, несмотря на то, что он нафармил почти так, как Фурион в побеждающей команде, но не хватило маленько этого. Опять же гангировали фуру, о, не фуру, точнее морфа, просто на пятерочку. Так, ну, вроде бы все стабилизировалось, да, готовы врываться. Hello, 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 hello. Игра под номером 2, ZNation, MTV. ФП Бруда. Лево руля. Лево руля. Ну да, вообще есть у нас Бруда first пиком. Сразу же против нее берется Сент Кинг и Инча, которая сама по себе весьма неплоха. Так. Пишут Синдрен с кривыми пиками. Да нормально они там все пикают. Ребят, ну побеждать побеждают. Побеждают. Ну а все остальное. Так. Да, кстати, музыка, которая играла, вы можете найти ее вот здесь, где сейчас появляется надпись. Там в группе, по идее, все должно быть. Также подписывайтесь на наши с Матриксом твиттеры. Обязательно. Каспереныш через букву Ю. Каспереныш. Я бы сказал, потроллил бы тебя чуть-чуть. И у меня непонятно ник MTRX4U. Между прочим, домен MTRX4U.com принадлежит мне, но там еще ничего нету. А, то есть ты уже решил популяризировать это свою личность? Ну нет, нет, тотально. Просто на всякий случай. Проснулся сегодня утром и понял, что шестизначный домен. Кстати, я вот не знаю, если кто-то смотрит, слушает стрим, там Саша, например, или еще кто-то, или вот Devil, например, захочет подняться наверх и напрячь Сашу, потому что на стриме идет у кнопки смены качества, и оно в отвратительном виде, да, вот уже говорили. Я так понимаю, что сейчас в Твиче эти проблемы должны решаться, так как Саша у нас мощнер еще тот. Ну, в общем, не волнуйтесь, воды будут в наилучшем качестве, потому что пишутся они локал рекордингом, то есть там будет вообще все шоколадно. Опять же, я думаю, что проблемы с качеством уже решаются непосредственно там в Твиче у них. Может, они после E3 приехали такие на расслабоне. О, слушай, а тут уже набрали неплохих героев, кстати, пока я разглагольствовал. Брюмастер, Шадоу Демон. Прикольненько. И Кристал Мейден третьим пиком у команды Mortal Teamwork. Сразу же в бан отъезжает Виндранер. Кого еще могут? Могут в бан какого-то серьезного кэрри отправить, например, типа Рикимару The Nation, потому что он, опять же, Брюмастеру может мешать. Сильно может мешать. Хотя, с другой стороны, есть Shadow Demon, который почти любого кэрри превращает в антикэрри. И банить того же антимага, например, сейчас не будут, я думаю, The Nation. Опять же, мне больше всего не нравится Рикимару. Мне кажется, что его могут как-то забанить. Он в прошлой игре себя хорошо показал. Так, спрашивают, кто такой Matrix? Да, есть один ноунейм у нас тут. Да, это я. Ну, на самом деле, с того момента, когда я страдал дота стримами, и до теперешнего момента обновилось немножко комьюнити, вот где-то за год-полтора, да? Ну, наверное, за полтора. И поэтому некоторые не помнят моих врывов. Ну да ладно, я не претендую на былую славу, которая была не сильно крутой. Ну вот, сейчас комментируем по фану. Кстати, я думаю, что если вы заинтересованы нашими с Каспером личностями, вдруг, да, Google может ответить на все вопросы. У Каспера, вот, насколько я знаю, куча всего всяких каналов, твиттеров, пабликов ВКонтакте.
где-то Каспер с тремя R, где-то Каспер с тремя R. Кстати, вот все паблики всегда Каспер ТВ, типа с тремя R, а все мои айдишники, конкретно мои, это... Каспирёнуш. Да, вот Каспирёнуш, который вот сейчас появляется на экране. Ну, вообще, он читается как Каспирёныш, просто, понятно, чудеса транслита и все такое. Читать можно как угодно. В общем, это не только адрес Твиттера, это также адрес там ВКонтакте, на Фейсбуке, на Ютьюбе. Но на Ютьюбе можно и Каспер ТВ, и Каспирёныш писать как угодно, там оно и так найдет. В общем, друзья... На самом деле, да. Подписывайтесь, влетайте, у меня тоже есть всякие паблики, но только у меня все везде одинаково. Я вам расскажу смысл зачем. На самом деле, вот эти цифры, что их много, это не решает. Решает, когда вот реально какие-то активные люди, там, здравые, адекватные, вот реально вот как-то функционируют, взаимодействуют, да. Это мотивирует реально комментировать, влетать в эфир, когда пишут там, о, привет, спасибо, о, там, красавца, о, там, то все. Но тоже не перегибайте черту, потому что, во-первых, всем ответить невозможно, во-вторых, иногда пишут, ну, бредовые вещи довольно-таки, и поэтому специально не отвечаются такие вещи. Так, ну а у нас пока что, вот как я и говорил, The Nation забивают на Рикимару, они его отправляют в баньку попариться, а Immortal Teamwork банят Шейкера и Антимага. Как тебе такой поворот? Шейкера и Антимага, ну, не хотят. Ну, как-то это реально, то есть, подстройка под героев The Nation, и что из этого выйдет, посмотрим. Так, смотри, Лоун Друид нарисовался, ага, а из Хардкерри у нас остался кто? А почти никого. Воид есть. Стоит Воид и смотрит на Украину, да? Да. Также есть у нас, ну, Вивер, который Лондруиду ничего не делает абсолютно. Подождите, господин Каспер. Да. Морф. Морф еще остался, морф. Естественно, Морф еще остался. Сейчас и он... я думаю, Морф будет у MTW, хотя там все зависит от пика. Эти сейчас тоже заберут. Я вот про The Nation говорю, а не про MTW. В общем, Морфа мы увидим с великой вероятностью. Ага. Где-то. Только я не понимаю, зачем это все, потому что урона нету у команды The Nation. Ну, файт выигрывать, пока Брода пушит. Ну, развлекать разве что, вот так скажем. Хотя, с другой стороны, и Энигме-то ульт сбивать практически нечем. Есть одна ЦМ-очка с Колбой и Сенкинг, которого, скорее всего, будут ловить, например. Ну что, друзья, я еще раз желаю всем лучики света и добра, а команде The Nation желаю победы в данной игре и перевода в овертайм данного матча, если так можно выразиться. Потому что это, черт побери, им очень нужно. Да, думаю, что действительно сейчас, если получится затащить вторую карту, то там на какой-то плюс морали уже можно будет вести. Конечно, команда The Nation, вот... Ох, ну ладно, я заврался, Найтсталкер. Команда The Nation уже в розыгрыше в данной квалификации обеспечили себе такую репутацию, что их уже будут приглашать на все самые престижные лиги с первой попытки. Но, опять же, этого недостаточно. Нужен Сиэтл пацанам, это очевидно, но вот получится ли? Увидим. Скажи, через... но моим пацанам тоже нужен Сиэтл. Через 40 минут увидим. Моим пацанам иногда, мне кажется, ничего не нужно, но вот пока тфу-тфу. Да, ну, начинаем смотреть. Команда Mortal Teamwork Сокс-шка. Или просто... Шопш-ваш-тиш-шолк. Да, короче, Сокс у нас играет на Сенкинге, Кебаб Коза, Синдерен на Баланаре. Это мне, кстати, не очень нравится. Факин Мэтт, Кристал Мейден. И, собственно, на Медведе у нас остается играть Фунзи. У команды The Nation. The Nation Crazy на Брюмастере. Nexus, Vengeful Spirit, Сталианер на Бруде, Седой, Энигма и Век Год, можно просто Век, на Шедоу Демоне. Иногда он превращается из бога в собаку. Так, ну смотри, получается трипла будет сейчас на топе, Синдерен с Соксом, я так понимаю. Хотя, с другой стороны, нет, Синдерен будет в миде у нас стоять, да, а кого отправят в сложную? В сложную, или вообще просто забьют на сложную нафиг, и непонятно, в общем, что будет. Наверное, да. Ну, я скажу так, что как никогда близки по пику, по крайней мере, по ролям к
к непобеде MTW, потому что Сокс играет непривычным нетащилой, хотя, опять же, может он сейчас из-за Санкинга сделает супертащилу и соло будет стоять. Просто там Батлфури, Кираса, там Кристаллис и поехал. Да, если кто не знает, ArtStyle в 2008, кажись, на DTS Cup'е побеждал Санкингом какую-то важную серьезную команду, очень... Смайла, тут, по-моему. Тут уже смешно потихоньку становится. Типа ArtStyle на Санкинге побеждал, потому что в последних играх в Dota 2 он что-то далеко не блещет на, именно на Санкинге. Ну, он в соло побеждал на Санкинге, как на керри. Там реально идет Тарасочки, Буризочки и там шлепаются. Но это было в далекие бородатые 2008 годы. Кстати, это 8-летняя цикличность, очень забавно. Но об этом потом, потому что здесь Энигма ставит вард. Медведя все-таки отправляет на сложную, а на сложную он будет стоять против Сталианера. И, слушай, мне почему-то кажется, что у Медведя шансов вообще практически нету там. То есть он Бруду харасить не может Медведем, потому что она в инвизе будет все время тусоваться. Разве что какими-то сентрями себе помогать, я не знаю. Ну, я могу поумничать немножко, потому что я чрезвычайно люблю это делать. Ты посмотри на героев команды MTW, и ты поймешь, что у них... Все рассчитано на то, что будет мега-экшен, особенно по ночам. И поверь мне, Силабер никуда не пойдет из этих файтов. Они будут рассчитывать на файты на четверых, будут файтиться, а Силабер в это время поимеет свое, так скажем. Так, а вот говорю еще раз, смотрим на пик команды The Nation. У них есть чудесная Бруда, которую мы тоже не увидим никогда в драке. И которая, мне кажется, не оставит эту линию, если сейчас ей там все понравится. Нет, смотри, НЧА и ЦМ, поверь мне, со смоками и сентраями скоро прибудут в стан боттом-лайна. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. Посмотрим, посмотрим, как будут действовать. Пока что тут просто делаются дабл-пулы. Пока что Fucking Mad просто старается не отдавать крипов Сидому. Ну, Сидова квест достаточно простой. Просто делать идолонов, динаить крипов и делать так, чтобы линия пушилась в сторону... В сторону нее самой. Вот в миде у Баланара проблем. Посмотри, у Баланара 2 крипа убитых, в то время как у Крейзи там просто уже 11, там 5 заденайных. Ну да. Я вот сейчас наблюдаю за педантичностью Кебапа в лесу, и она меня удивляет, потому что он, вот, знаешь, так бил двумя крипами других крипов, и он подставлял там именно какого-то определенного крипа, которому... Кулдаун меньше осталось у него существования, да? То есть, ну да, 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 все правильно, моменты. Все правильно. Ну и посмотри, первый смокганг. Вот пойдут ли на топ или не пойдут на топ. Причем отвел крипа, потому что крип скоро пропадет, и, видимо, от него там лушпайки какие-то остаются, что ли. Я не знаю, зачем он его отвел. Чтобы не спалиться вот так, прикинь. Так, а тут уже прилетает тем временем ботл тапок век... есть, век палит. Век, прячет сразу же здесь Кристал Мейден, Крейзи, ай, Крейзи закидывает сеточку, и это будет First Blood. First Blood для Синдерена. Ну вот Синдерен нафармил 5 крипов и одного героя, нормально. И сейчас у него появляется немножко времени для того, чтобы еще чуть подфармить. Да, сильно-сильно там продамажили Брюмастера. Брюмастера вот щитка, например, нету, но он не рассчитывал на то, что его будут бить. Что линия для него выигрышная. Так, в это время Сидой тут так уже себе за... Просто запушил свою сторону линию, что тир 2 тауэром стоит и крипов добивает. О, медведи нашли. Бей медведя, выигрывай доту. Так, Fucking Mad продолжает здесь пулить. Будет ли он пулить сразу с этих крипов или все-таки сделает дабл спаун? Наверное, дабл сделает, чтобы не давать крипов Энигме. Энигма там уже левел 3, почти 4. Да, вот сейчас 4 она под своей вышкой получит. Вторые идолоны. Есть Мелифайс, второй тоже. Ну и вот опять началось. Вот опять началось. Сейчас на Синдерена залетают. Есть дабл дэмэдж. Век такой, мол, давай забьем на все это. И я не буду кидать просто Soul Catcher. Да, там... Дизрапшн, Солкейчер. Дизрапшн, не, он кинул. Вот сейчас опять начинает, будет врыв. Да, есть врыв. Опять он выглядит точно так же. Ну, тут главное сейчас Веку отойти. Попадает он Солкейчером по ЦМке, но убивает Века. Век сказал, давай ты не будешь умирать. Крейзи, я сдохну. Да, вместо тебя. Просто на амбразуру кинулся. А медведь, кажется, понял, что ему ловить нечего. И пошел на верхнюю линию. Там против Бруды он действительно, ну, просто терпит. К
Кстати, MTW очень сильно включились, я хочу отметить. Реально, вот не показывали они ту игру в начале турнира, и сейчас его очень хорошо играет. Так, пауков нашли, пауков карает кебаб и факен мэт, отличненько. Тут еще подкрепа подбежала, ЦМ-ка сразу, а, алярм! Нормально там за кебабом поехали. Представляешь, ты вот так плывешь по реке, лето, солнце светит, а за тобой пауки бегут, бля. Причем размером как пол тебя, то есть. Да, и гребешь сильнее, там просыпаешься. Я думаю, там просто вихрь 30-ка сразу режим включается и поехал. Да. Крутить педали пока не дали. Ну, с другой стороны, смотри, Фунзи перебрался на топ, подарив Бруде там жизнь. Хотя, с другой стороны, этот Санкинг, он и был как контра Бруде, что он не пушил. Посмотри, копает Нексуса на ботами Сокс, вовремя дает сейчас спел ЦМ, и он сейчас вот так шваркнул. Ну, ЦМ-ку тут сожрут, да, и, скорее всего, сейчас будет просто плевочек Кристал Мейден. Ну, давай хотя уже. Хотя, посмотри, заплю. Как Нова зарешала-то. Ой-ой-ой, да, действительно, Истлианер, сеточки у него нету, и Истлианер вполне вероятно здесь умрет. Хотя, нет, уходит, у кебапа слоу закончился, конечно же, и ЦМ-ка тоже убегает. Мне кажется, факин Мэтт познал смысл жизни. А Брюмастер? Ой-ой-ой, ворвался на лоун друида. Ну, с Энигмой там, да, они отшлепали Фунзи. И врывается Найтсталкер. Так вот, блин, Нова реально разрулила. Казалось бы, что делать? Дал Нову, убежал. Ну, минус Крейзи, короче, скорее всего. Да, 24 хп у него оставалось там. Все, Синдрен его убивает. Подходит Энигма. Энигма, конечно же, ни при каких не успевает, зато есть Век. Век. Сайленс на Века. И дальше побежал. Хорош. Синдрен все четко сделал. Просто сказал, будь няшкой, и убежал. Ну, блин, как сказать? Ай, как сказать, это правильный аргумент. Ну, просто... Даже непонятно, чем все заканчивается пока для The Nation. Пока что счет 1-4. И Nexus вот подошел, получил по щам маленько. То, что Бруда не терпит, это, конечно, круто. Бруда тут сейчас нормально себя чувствует. Сколько там вообще, кстати, по фарму у кого вот в личном зачете? 2000 у Бруды и у Стлианера, 2000 почти у Седова. 2500 у Сокса, например. Сокс нормально на Санкинге. Тут еще и через пассивочку нормально бреет. Да, да, да. Радует то, что Фунзи почти ничего не нафармил. У него 1000. У Фунзи 1000 ровно. Так, и убивают Седова. Вот этот гангбанг, он пока что просто процветает, чего не может себе позволить ни Крейзи, ни кто-либо другой из команды The Nation. Вроде бы есть Nexus, вроде бы есть Век, у которых Disruption, Soulcatcher. Я вообще не видел, если честно, ни разу, чтобы Shadow Demon закидывал Disruption, Soulcatcher и помогал кого-то там убивать. Слышу, там Matrix уже что-то да, взламывает кого-то. Да, я даю контрольные установки, я вернусь, as soon as possible. Ну давай, врывайся нам пока что из Суны Спасибл. Видим, мы тут, вот он, поймали наконец-то Синдерена. Он должен быть станчик, есть станчик. Хорошо, под Солкетчером, минус Синдерен, отлично. Все, первый фраг, хороший фраг сделали. Надо продолжать все делать в том же духе. Седой дофармливает себе топ. У Седова хорошо, все тоже у него там Солринги и так далее. Хедресочка имеется. Я с тобой, я просто познал... Познал что-то. Познал Нирвану и вспомнил, что у меня сегодня у двух братьев-близнецов день рождения. Вот, и ВКонтакт меня резко спас. Ну да ладно. Без печали. Без печали, конечно. Был бы я твоим братом-близнецом, я бы обиделся сейчас. Нет, ну у меня нет братьев-близнецов. У меня есть два двоюродных брата, они близнецы. А, я понял. Залечил, конечно, я неплохо, но мы опять-таки в игре, друзья. Мы в игре, посмотрите, на ботами там... Выехали за Нексусом, и Нексус отъехал. Ну, Нексус-то умрет, а вот Сок, скорее всего, умрет тоже. Блин, ну все плохо сейчас было сделано. Санкинг укапывается. Век просто... Ну, блин, я не знаю, что с ним происходит. Дайте ему ВИЧ-доктора, пацаны. Он сейчас на Шедоу-демоне вообще ничего не делает. Вот, да, пишет, что крашит D2. И я мало думал, я думаю, они нажали паузу, тоже, чтобы Веку отлистать. Лещей, да, раздать. Согласен. Да.
Я просто представляю, что там через 6 минут начнется в чате где-то. В любом чате, где есть дотеры, которые смотрят этот матч. Будет ли на The International 2 квалификациях 3 новых героя? Ну, вообще, на International будет еще гораздо больше новых героев. А вот самое нет, веселое... На квалификациях нет, на квалификациях не будет. Их ведут послезавтра. А вот самое прикольное, что у нас впереди отличнейший LAN DreamHack, на котором будут новые герои. Да. На котором будет Мартакил любого, Хаос Найт с Мантой и Критами и все остальное, когда просто выбегает на тебя там 6-7 Хаос Найтов, и ты такой, мол, ребят, вы чего? Я же ничего. Тупо ловишь стан, и, знаешь, подходят так иллюзии, в круг вокруг тебя собираются и по одному взмаху делают. И все. Кто-то пишет Вилат, это кто-то пишет коричневым цветом. Не хочу, конечно, уточнять, что это мог бы быть за цвет, но. Так не уточняй. Тут хит Тоби. Тафа вернулся, слава богу. Все. Загорел из Бали? Да. Я теперь просто вот на расслабоне сижу и каменчу Дотан. И меня вообще никто не напрягает. Да, главное, чтобы Вилат не забыл, что завтра гранд-финал азиатов именно его. Мне кажется, ему вообще фиолетово, если честно. Да? Да. Ну, знаешь, почему я понял, что ему фиолетово вообще? Я просто пришел, а у него составы в титрах вписаны еще с первого сезона. Как тебе такое? Причем титры ему скидывали новые, надо сказали заполнить, надо бла-бла-бла, он окей. В результате ты все зачем? Отлично. Ты зачем нашего великого вождя накрываешь? Я просто, он меня иногда этот... Зашторивает? Нет, не зашторивает. Немного другое слово, но это такое. Слушай, не видно, как я белым рисую? Нет, конечно же, не видно. Видно только надпись «Босс» на карте. Ясно, я не сомневался, что не видно, что я рисую. Да, он пишет, написал, кстати, Холимастер в чате, что «Столянер, если ты выиграешь какие-то деньги на International, купи себе новый компьютер, пожалуйста». Так, Синдерен Рэдди. Ну, понятно, что Синдерен Рэдди, он уже себе Void наточил и готов влетать на Столянера, причем... Нет, Сентри там нету. А, вот есть Сентри, все, минус Столянер, короче. А, нет, тут же Век есть, точно. Ну, почему в Disruption там Столянера не спрятал, чтобы у того успел откдэшиться Void и его убили? Так, Vengeful Spirit тем временем на топе убивает Crystal Maiden. Тут просто втроем такая тусовочка, да, тут и Malifaze был потрачен, все, в принципе, было потрачено. Только БХ еще не... БХ вообще не качанная на левеле 7 у Седова. Седой настолько суров, что качается без Блэкхола. Опа, находят Нексуса. Нексус отъехал, но успевает он откинуть стан. Есть Сокс, хорошо влетает, сразу же превращается в пандят. Начинает убивать Сокса, Сокса залетает очень много всего. И Сокс умирает и не успевает укопнуться. Подкидывает медведа. Седой. Седой ловит импетус. И нет, даже не импетус, он просто поймал один пушку в один, и умер. Один в один разменялись здесь. Вот а то сейчас... Не, умрет сейчас Крейзи, все сейчас тут поумирают. Остается надеяться на то, что Столянер сейчас внизу каким-то макаром вышку запушит, учитывая то, что у Столянера нету базилы, это сделать будет крайне тяжело. Да. Потому что Тауэр пауков прессует очень хорошо, крипы тоже мало живут, в общем, все очень плохо, он сейчас еще и Soul Ring даже не потратил, то есть он его заюзал, но не плюнул. В общем, что-то у The Nation такое, типа, не задалось. И сразу пришел Сокс, пол хп, Столянер все-таки вышки забрал. Так, что у нас тут? Седой, Седой наконец-то качнул Black Ball. Но сгрызается тир 2 на топе. Синдерен, кстати, одна урна и тапок. Он очень тонкий, как для Баланара. Не могу не согласиться, конечно, с этим. Ну, 1100 хп, учитывая то, что это танкующий герой. Ну, не слишком. Вот как раз вот эта тонкость сейчас и сказывается. Отъехал Синдерен. Ну вот у Крейзи могут быть проблемы или нету? Нет, не будет Крейзи, конечно, проблем. Блин, я что-то вообще затупил. Какие там могут быть проблемы у Крейзи? Я имел в виду у ЦМ-ки. Думал, за ней погонятся, поймают ее.
Ну, у Бруды тут задница загорелась, что-то у нее шило там, видимо, горит. А, принес себе Сталианер Огры Клаб. Да, посмотри, у нее мешок. Жопный мешок, как у Бруды, дергается. Ты жопный мешок. Где вообще эти слова берутся, я не знаю. Я не знаю, это мое больное воображение. 5-9 счет впереди команды MTV. И, ну, пока что у Знейшн не все так провально, как в прошлой игре. Можно это отметить. Ну, это лично мое мнение. Но может не совпадать с твоим. Ну, мне как-то... фиолетово. Ну, ты понял, да. Ну, вообще, в миде мне нравится. Fucking Mad просто стоит. Мимо него пробежали три пацана, даже не попытались его зацепить. Видимо, посчитали, что вот там сейчас их будут принимать. Синдрель на то время внизу готов, он с Дастом готов принимать Сталианера. Он ждет, когда Сталианер спалится. А Сталианер пока что не особо палится. Вот сейчас начинает грызть Сокса. Может быть, сейчас будет... Да-да-да-да-да, байт хороший. Главное, чтобы не умер сейчас. Ну, Сокс сбить. Нет, Сокс успевает уйти в инвиз. Бруду отлично прячет дизрапшн. Сталианер начинает грызть. Должен быть сейчас минус Сокс. Нет холба на Сталианера. Ну, и хороший Блэк Холл. Отличненько. Сталианер грызит. Давай, чувак, тащи. Ой-ой-ой. Умирает, кажется, Сталианер, на нем урна. Хотя, нет, живи, 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 под сеточкой живет. Хорош. Я думал, ты только что родишь, решил не вставлять ни слова. Ну, хорошо было Блэк Холл, но там грызть реально было бессмысленно, потому что кто-то локтем чиркнет и сложатся лапки у Бруды. Реально там такая ситуация была. Ну, там вариант был такой двоякий, да. Либо она грызет под ультом и как-то себе регенит ХП и продолжает жить, и, ну, типа, чуть больше тот... урона хотя бы нанесет. Но, с другой стороны, сейчас она просто реально чудом выжила, там 20 хилсов осталось. Просто не тот левел, чтобы она сейчас под ультой отжиралась там хотя бы даже. И айтемов тоже нету. Вот что да. Такое, типа, 79 дэмэджа. Да, там ульт еще добавляет. Сколько у нас? 60. Но все равно. 40% лайфстила ее вряд ли бы спасло. Заденайл, судя по всему, того Рокстелианер, если я все правильно прочухал. Вот Синдерен сейчас забирает, да, Тауэр. Тоже денает. Да. Блинкдаггер появляется у Брюмастера, вот это хорошо. Да, а те реакшены, конечно, на карте будут побольше. Несомненно. Сейчас, я думаю, Брюмастер, если руны там нигде никакой нету. Нет, видит Брюмастер руну, скорее всего, сейчас за дабл дэмэджем и побежит, да, попутно выпивая банку. И принесет себе дегерок. Решил полечить кебаб сейчас Синдрана перед атакой, судя по всему. Ну, вот здесь есть Энигма и Шадоу Демон, но мне кажется, хотя будут дефить, Глиф заюзан, подходит Винга, но вот здесь 4-3, как только MTW поймут, что там можно было подраться, они бы подрались бы, но они этого не поймут, потому что нет, не было у них инфы об остальных. Так, Века спрятали. Нексус. Ну давай уже свапай ЦМ-ку, меняйся. Дно. Ну ладно. Ты кого дном обозвал? Ну, не знаю, я бы просто сейчас вижу ЦМ-ку, не вижу препятствий, там, свап, вижу... стан. Все дела. Не вижу Нексуса, не вижу пшепшапши. Ну, пока что Сталианер переместился на топ, и остается у него 200 голды до Митрил Хаммера. А Фунзи уже 2200, и Мидас у Фунзи есть. Забыли, кстати, про Медведа, и этого нельзя, конечно же, допускать. Тут все, пошла ночь, и минус Нексус. Хотя... конечно, стики, ой-ой-ой, но... ой-ой-ой, ну, станчик хотя бы на развороте, нет, ничего он решил не делать, решил просто поубегать. Не знаю, насколько это было правильное решение, два, и... три. Минус. Даблкил просто от Синдрена. Ну, а здесь вот раскладывается Брюмастер, и что, будут пытаться зацепить или не будут? Ну, Брюмастеру надо убегать, потому что он понимает, здесь количество, вот Fucking Mad сейчас может за компанию отъехать. Шлеп. Да нет, 6 хилсов остается у Fucking Mad'а. Обидно. Ну и, честно признаться, эта игра начнет заканчиваться вместе с Радианцем Силабером. Да. Потому что пушабилити не останется ни у какого. Никакого, узнаешь, не останется пушабилити. И посмотри, успевает Сокс не получить дамаг, вот плевка Бруды. Так вот, это прикольно, да? Да, я заметил этот микромоментик. Ну, сейчас забирает Mortal T-Work Тир-1 в миде. Забирает ее ни много ни мало, а именно Crystal Maiden, которой это больше всего нужно было. Естественно. Зачем медведю фаст радик? Ну как фаст? Фаст он уже не получится, хотя время 16 минут, мидас, и он сейчас еще откдэшится. Там недолго осталось до 3800, хотя бы до Сакрена. Так, опа, Сталианер
Нет, Столянер тут обменялся с Оксом любезностями. Но Рошан тут упадет. Медведь хорошо танкует. Да, come get heal. Ну, понятно, потихоньку, полегоньку пилят здесь Рошана. И нет шансов у The Nation выбить этого Рошана на данный момент. Никоим образом. Даже не было у них инфы, судя по всему. Как и Варда. В том месте. И, понятное дело, Лоум Друид себе прихабатил Эджес. Сейчас вот он пару крипов убьет, Мидас юзанет, будет у него уже релик. Кстати, скажи, что в самом медведе, потому что я его не могу выбрать, сам понимаешь почему. Потому что ты краб-фазер и не умеешь менять камеру. Я тебе еще раз говорю, включи этот, скажи мне, я тебе скажу. На топе, краб-фазер воюет тем временем, посмотри, столянер. Забежали за вражеский давр, команда The Nation, понятное дело, ЦМ там отъезжает, очень хорошо ходит с ультом Сокс, и, по-моему, его распидали. Да, мало того, Сокс выкопался от стана Винги, то есть он копнулся, когда у него стан летел. Если бы у него прилетел стан, там было бы все ужасно. В этом файте могло бы развернуться в другую сторону, но а так это безответный файт в пользу команды MTV. Ну как безответный, ЦМ умерла, но это не та стоимость. И брюмастер такой бежит сзади с палкой через плечо, думает, ребятушки, я сейчас забегу, лево руля, пацаны. Ну что, рассказывай мне по фасту, как мне накалядовать. Ну, в общем, ты жмешь на глазик, выбираешь мою камеру. Да. А жмешь escape, а потом переключаешь на free камеру. Три пункта. Да. И не переключаешься по иконкам героев сверху. Нормально. Работает все? Да. Нет, ну да. Нет, ну да, я все понял. Работает. А почему нельзя переключаться по иконкам сверху? Ну потому что опять зафиксируется, да, эта фигня, и потом уже не пофиксишь. Потом уже не пофиксишь? Да. О, блин, я реально 3 дня комментирую, перепрыгивая по иконкам сверху, ну так что... Ну, я понял, ладно. Ну, я тебе сказал, как полечить, если что. А, у меня уже полечилось, все в порядке. Смотри. Спасибо. Не за что. Так и подмывает. Поклацать по иконкам. Знаешь, когда нельзя, так хочется. Да, не думай о слонах, да, называется? Не думай о белом... О белой обезьяне. Это называется термин. Так, я вот просто смотрю и понимаю, что у The Nation шансов... Мало. Крайне мало. Вот вообще пипец как мало. Они вначале все хорошо делали. Пипец как мало. А потом вот, я не знаю, просто вот шансы их стремительно упали вниз. Я просто открываю сейчас график по голде, который на 7500 в пользу Mortal Teamwork. Открываю график по XP, который тоже на 7500 в пользу Mortal Teamwork. Ну и, собственно, так, недолго думая, в виде Баланара, у которого сейчас уже 2300 есть, он себе еще какой-нибудь, я не знаю, прикупит полагонима. И когда наступит вторая ночь, она станет последней для The Nation. Потому что вот Брюмастер, он вообще не реализовал свой даггер. Он даже несчастную ЦМ-ку не бегает, не убивает. Ну как это? Это же вообще святое дело. Бегать, убивать ЦМ-ку с даггером. Ну да. Тапок у него тоже обычный. То есть он себе фаст-даггер собрал. У него сейчас, конечно, есть 1000 голды. Он может себе позволить там ПТ или Фейзы или Аркан Буцы, что угодно. Но все равно. Уже как-то вроде слоупок мод. Это провал, пацаны, да? Да, спрашивают. Го. Ну, думаю, можно начинать. Синдрен видно на подъеме такой, знаешь, вечно пишет. Обычно он вроде не особо активен в чате, а тут сразу. Поехали. Убивать. Там блинк у Санкинга нарисовался. Ну, вообще хочу сказать, друзья, что у нас впереди не менее интересный матч. Да? Да, и следующий матч тоже будет не менее интересным. Там я еще раз напомню, что... ладно, хотел пошутить, но не буду. Да. Да, перед нами матч неплохой, следующий все-таки Винера, тот, кто сегодня победит в Винерах,
будет, я думаю, априори, по мнению болельщиков, 60 на 40 в финале лидером. Скорее всего. Ну, мало того, что это преимущество такое чисто по морали, так плюс еще преимущество по счету в одну карту. 1-0 в серии из 5. Но на самом деле 1-0 в серии из 5. Оно у меня, честно говоря, так себе совсем. Так, что там, кто ли куда летит? Опа, баланарчик, да, там такой коцанный убежал. Ну, на самом деле, в воскресенье можно будет увидеть триллер на 4 игры. Тут будет весело. Ну, драка за коту будет вообще не шуточная. Думаю, команды покажут все, на что они способны. Кстати, у Цемочки медалька. Так ее никто не трогает, че ей. Она кинет медальку на того же, кого угодно, на ту же бруду, ее вообще выпотрошат просто. Лапки пообламывают быстренько. Да. Так, что там, Столяниру БКБ вроде прилетело. Смотри, да. Сколько вардов у МТВ на карте, просто тьма. Все важнейшие сектора контролятся, причем очень рьяно. Так, заходит товарищ Крейзи на Сенкинга, но если бы он прыгнул, это было последнее его действие. Так, пошла ночь от Синдерена, ну потому что ночь началась в принципе настоящая, и минус Крейзи. Мегакилл, Синдерен. Предлагаю, да, кстати, почтить Крейзи минутой молчания. Кстати, помню, в каком-то из интервью говорил Синдерен, что Ланар не только любимый герой Артстайла, но и его тоже любимый герой, поэтому он бы мог его там чему-то поучить и так далее. Так что, видим, пока что Ланар от Синдерена хорош. Radiant's bottom tower has fallen. Да, 2.5 у него уже. Все-таки БКБ он решил себе собрать. Хотя, опять же, сюда, мне кажется, какой-то аганим прикупить, и типа можно вообще бегать, убивать всех. Потому что вижна будет очень много, команда тоже такая достаточно серьезная у него. Еще медведя с радианцем можно будет отправлять куда попало. Так, да, Брюмастер ставит паузку небольшую. У Столянера, как обычно, проблемы с компом. Не знаю, может, переволновался у него компьютер или еще что-то в этом духе. Ребят, ну и, конечно же, Твиттер. Да, хэштег TI2QAL. TI2QAL. Пишут, недовольны, негодуют, да, потому что... Да, негодуют, потому что пишут, типа, я заметил, что игроки The Nation на уровне, как я. Но оно так кажется, на самом деле. Если бы мы играли против The Nation, сейчас бы то же самое происходило с нами. То же самое, что с ними сейчас. Если не хуже. Просто Mortal Teamwork сейчас сильнее. Так ведь? Да. Пишет, поражаюсь, как вчера ВП могли проиграть The Nation. Если вы не смотрели эту игру... Значит, можете попоражаться. Если вы ее видели, то поражаться нечему. Там такое было. Virtus.pro бегали, 3 плюс 2 отдавались постоянно. В общем, такое. Ха-ха-ха. Синдрен написал, да пошли вы. И этот... Сразу же последовала фраза тиммейта. Это он нам написал. И Синдрен сразу в шоке, как это оно через shift нажалось. Ну, будем надеяться, что Седой ворвется как можно быстрее. Гарри, calm down, Гарри, calm down. Какой ты злой, а? Ну, меня немножко раздражает тем, что, ну, он такой, типа, делает из себя якобы одиозную личность там всякими, знаешь, высказываниями, он как затычка во все дырки, этот Синдрен. Ну, игрок, конечно, неплохой, но по всем остальному он меня немножко вызывает. Вот спрашивают, Матрикс, где можно найти твои стримы по Доте 1? Охрененно хороший вопрос. В бездне небытия. Там же где мои? Ну, нет, мои есть, мои остались.
мы и остались. Я их собрал в паблике ВКонтакте, vk.com/mtrx4u, подчеркивание, live. Там есть несколько олдскульных перводотерских ввода, а также есть в разделе ссылки, ссылку на мой забаненный нынче канал Dotters One на Ютубе, на котором порядка больше сотни, может даже больше 200 видосов. Вот. Вот так вот. Да смотрю, ты трудоголик. Ну, мне просто не лень. Так скажем, ключевой момент. Иногда. Иногда лень, иногда не лень. Ну, вот у меня была идея. Конечно, еще где-то на Good Game, по-моему, на канале Good Game.ru, еще когда-то я комментировал на канале Good Game.ru, на Ютубе тоже что-то было мое. Но, ребята, то были бородатые времена. На канале Dotters One по-любому более приличные мои видосики. У меня, кстати, где-то мой канал на Овнуде потерялся. Он потом перенесся куда-то на ProDota. И там на канале ProDota на Овнуде сейчас столько моих еще с первой Dota тоже водов. И не знаю, там такая туева хуча. Да, но с видосами всегда как-то, блин, трудно вечно. Их в смысле не перекопируешь, как с компа на флешку. Там заморачиваться. У меня тоже он там аккаунт привязан, я родным не мог сделать. Потом у меня за авторские права меня забанили там. Как обычно, банят за музыку, когда ты просто завтыкиваешь в эфир, выпускаешь какую-то музню, то все, это Алис. Да, сразу же видео там блокируется, в лучшем случае. Ваше видео заблокировано в нескольких странах. Такой список 256 стран. В нескольких, да, есть такая тема. Есть еще и страны, в которые вы можете по вашим видео посмотреть. Там Зимбабве, Уругвай или еще что-то в этом. Три страны, там Сейшелы, острова всякие, где интернета, наверное, нету, в принципе. Тут сейчас Сокса просто пытаются убить, и Сок сейчас просто опять выкопается в лес и делает тэп-аут. Грацулечка веку! С почином. А к чему этот был крик, я не понял только. Ну, он просто во второй раз уже засейвил Санкинга. Да. Ну да, есть такое. Так, ну что, забегает Синдерен в спину, минус Нексус, просто с двух ударов. А, минус Седой сейчас будет, я думаю, тоже не более трех ударов он получит. Раз. Сокс капнулся, минус. Монстр килл. Столианера сейчас БКБ закончится, он тоже отъедет. Он одного покусал, второго покусал. Як на зим, то понадкушаю называется. Хотя Цемку все-таки он закушал. Но его тут копают, пару импетусов. Опа, и Крейзи врывается. Ну можно убить Сокса, да, еще один удар. Нет, он выживает. Хотя должен загореть сейчас, да, все, загорает. Его Брюмастер сразу же подкидывает Баланара. Столианер не вылазит. Столианер понимает, чем это чревато. А Брюмастер там уже выехал за кебапом. Отличный камень. Ну, Крейзи без маны. Крейзи уходит. Ну и меньше остается шансов за Нейшн. А Фунзи в это время съел топ. Почти. Нет, Фунзи не съел топ. У него, кстати, его сейчас будут убивать очень жестко. Тэп-аут. Ну, тэп-аут он не сделает, да, тут. Дизрапшн и все такое. Есть. Но бараки потерял. Штука. Такая вот очень неприятная штука. Ты после возрождения Сейджеса появляешься не в форме медведя, если даже умирал в форме медведя. И она реально решает в таких моментах, когда ты один на... Ну вот, тебя одного загоняют. Ну тут вот сейчас самая решающая штука была то, что барак все-таки умер. И то, что линия потеряна команды The Nation. Тебя не бесит этот баг? Нет? Который? С Илабером. Ну, как сказать? Я на нем не играю, поэтому он меня не бесит. Ну, вообще, ты вот только что реально, вот он доминировал, если бы он был в форме, у него был бы шанс что-нибудь сделать, мне кажется, хотя бы тэп-аут. Но там просто дизрапшн был у Века, так что он бы в любом случае не улетел. Не, он бы мог его засейвить по традиции. А, ну, как вариант, да. Смотри, вот он, Век. Ну и Синдерен пошел врываться на Нексуса. Нет, Века забирают. И Седому тут тоже сейчас импетусов насуют, по самой небалуй. Седому пришел импетус. Ну, а Нексус там... Не, улетает Седой, слушай. Умирает только Нексус еще. Только еще Нексус, да, вот как-то так я сказал. В общем, минус тир 2 сейчас будет на миде. Столянер тем временем на топе буянит. Столянер собрал себе Яшу. Окей. И пауза теперь уже от команды Mortal Teamwork. Сколько же они будут паузить?
Пап! Да, мой маленький СФ. Я тут подумал и решил, что Дота херня, я буду играть в Хон. Ты мне больше не сын. Извини, дорогая, у меня эти дни за International Dota 2 Championship. Radiant's middle tower is under attack. Так, сейчас посмотри, влетает тут Сент Кинг. Нет, нет, это просто уходит Crazy Step Out, отличненько. А там на миде в это время грызут Синдерена. Есть, цепляют наконец-то этого пацана. Сбивает ему Godlike, получает 680 голды Сталианер. Он сразу же апает себе 2 тонны. И что он дальше себе купит? Монтастайл соберет, как думаешь? Ну, вряд ли какой-то Саша Яша. Ну вот да. Ну мало ли, что у него там в голове происходит. Сейчас скажет, хочу Сашу Яшу, они от меня убегают. Ты сейчас... Опа, нашли Сокса. Сокс сразу же педальки-педальки и успевает уйти. Да ладно, прыгает за ним Крейзи. Хорошо, пинают Сокса. Под проклятием, Сокс должен умирать. Да, есть минус Сокс. Но дальше не продолжили. Там байбэк, кстати, от Найтсталкера. Найтсталкер вырывается и начинает убивать одного с другим. Хотя на нем демоник Пурч, Синдерен, БКБ сейчас закончится. Умирает Энигма. Неплохо очень, кстати, пробивает сейчас Брюмастер. Факин Мэда. Есть минус! Синдерен, отлично! Брудмазер делает даблкил! Кебаб гоняется за Нексусом. Они тут просто музычку из Бенихила не хватает, опять же, для того, чтобы показать всю драматичность ситуации. Кебаб без камгет хил своего и умирает Кебаб. Хорош! Минус 4! Еще байбэк! Что делают эти МТВ? Они сейчас тупо отдают инициативу. Какие байбеки? Вы чего? Ну ты на ботом посмотри. Ну ботома нету, да, это понятно. То, что ботом потеряли, там вообще все прискорбно. Где этот медведь? Медведь тут просто уже почти с кирасой. Просто байбек за байбеком. Минус 2 линии у The Nation. Они вроде бы классно подрались на центре, но потеряли ботом лейн. Этого недостаточно. Опа, Кебапа убили. Если убивают сейчас Кебапа, он без байбека. Нет, слишком долго грызет его Сталианер. Хотя... Ну еще, Нексус, плюшечку, давай. Давай, дружище, все, есть. Unstoppable уже Сталианер. Но он под тауэром, и... А, не, у него есть БКБ, если что, убежит, я думаю. Вот Нексус отсюда уже никак не убежит. Его сейчас даже просто медведя на фоллоу поставить, да, и все. Да, печально для The Nation, то, что они нижнюю линию еще потеряли. Печалюшка. Печалька. 16-27 впереди. MTV. И они очень близки. Очень. Ты там что улыбаешься-то? Там просто мне показали пиццу двухкилограммовую. Я не могу не улыбаться. Матрикс осознает, что это вообще такое. Двухкилограммовая пицца. Да. Учитывая, что не ем пиццу. Как это не ешь? Вот так. Почему? Вот так. В финале не будет преимущества у того, кто выйдет из Венеров. Фулл БО5, инфа 146% от Айсфрога. Ну, бред. Бред. Но нам судья турнира говорил об этом, и сейчас нам товарищ Алексей Сизов сообщает фейк-инфу какую-то. Да, есть такое. Так, ну и пытаются зайти сейчас на хайграунд, ломать последнюю линию, скажем так. Медведя пытаются бить, и с медведем это делать... Ну, почти бесполезно. Сейчас смотрим, что там. Нет, нет кулдауна на мишке. Вот сейчас появился новый медведь. И если его убьют, то Силабир останется с одним Владмерсом и Мидасом. Что не есть гуд для него, конечно же. Тем временем упали рейнджовые бараки на топе. И грызется Tier 3 Tower по миду. Ну так. Что? До мега крипов остается совсем чуть-чуть, и сейчас будет решающий файт. Столярни врезается в Синдерена, клепает нам Крейзи. Синдерен отъезжает очень быстро. И посмотри, Фонзи тоже умирает. У него есть Эджис, там ульт очень хороший от Crystal Maiden. Сокс закапывает. Век тем временем делает байбек. Ну, блин, тут файт какой-то такой очень смутный, но все равно. Да почти упал Тауэр, посмотри, сейчас умирает Сокс, скорее всего, нет, Сокс подкапывается. Сокс, Киллингспри уже лоун друид. Кого он там успевает убивать? Фунди просто вместе с Enchantress раздаются в рейнджовой форме. Есть минус Фунди. И Тауэр пока еще стоит, 10 хилсов у вышки, пытается добить ее. Кебаб!
просто. Просто... Кебаб сам пишет, просто 6 миссов, чувак. Просто 6 миссов по тауру с 10 хилсами. О. Ладно. Ну, тем не менее, с очередного захода... Опять Стеллианер выходит. Ну как выходит, его выбрасывает. Все-таки Башер купил себе Стеллианер. Try hard, GoPro. А миссы сколько там? 33% или 50%? 50 вроде. 50? Ну, вроде бы 50, хотя я не уверен. Ну, может быть и 33. Не, ну 6 промахов, это просто Тиорвер нервно курит в сторонке. 50%. Это вообще огонь. Нормально. Так. Я пока посмотрю, что у нас там есть на нашем твиттере. Ага. Пока еще не дошел, конечно же, сигнал до наших зрителей. Но, блин, чувствую, когда он дойдет, это будет что-то с чем-то. Особенно наш ржач, я не знаю. Must see. Матрикс, куда ты делся? Я с вами. Ты с нами? Конечно, я просто даю тебе выговориться. Я так, уже не знаю, что выговаривать. Я просто боюсь побить тебя по популярности, поэтому молчу. Я все понял. Да. На самом деле я смотрю фотки женщин ВКонтакте. Как же по-другому? Чем еще там можно заниматься? Фотки женщин ВКонтакте, ну это уже интересно. По поводу пиццы реально, ну я стараюсь как-то более грамотно питаться, учитывая, что я и так пузатый дядька. Блин, взял просто... Обломал мне весь кайф злорадствия над тобой. Я сказал, что фанатов Next нет. Ну, типа, я читаю просто группу, и тут на английском языке какая-то херь написали, что я там кто-то что-то говорю. Matrix said there was no fans next at. Так, спрашивают Go-Go. Ну, думаю, да. Думаю, можно Go-Go ведь. Можно, можно, go-go. Так, очевидно. Что там? О, у Сокса Вейл. Кстати, я один, наверное, это заметил. Veil of Discord. Ну, конечно. Я Веним еще. Два. Конечно, ты один заметил. Нас же тут два, мужик. Ты что мог заметить, скажи мне. Кроме тебя. Так, смотри, сейчас будет атака на Сокса. Это нормально. Сокс просто застрял в крипах. Да ладно. Выкапывается. Свап. Сталянер грызет. А фиговый, ну типа от фонаря кинутый вообще абсолютно был Veil of Discord, не Veil of Discord точнее, а Soulcatcher, да, Soulcatcher на крипа попал, к сожалению. Опа, тут пауки выходят отпушивать линию. Ну что, The Nation идут по миду и выигрывают или как? Нет. Че нет? Вот у Сенкинга сейчас нету байбека, они сейчас просто влетают в пятером и разрывают булки эти иностранные. Просто если они так сейчас будут тупить, им крипы всю базу снесут. Да. Но есть еще вот 45 секунд. Есть тауэр, у которого 10 хп. Есть тауэр, который дефит с 10 хп, да. Который, кстати, задефил от козы. Не надо тут нам галя-то поля. Да. Он все контролирует. И на самом деле Сокс сейчас нереально натупил, но я не верю, да, что все равно могут выиграть эту игру с Nation. Вот, конечно, они шансы себе сейчас задел по шансам сделали серьезные, но им не хватает айтемов, чтобы сейчас вот прям взять и пробрить. Посмотри, как медленно отъезжает Тавр, в принципе. Ну, довольно-таки медленно, да? Ну да. То есть даже... То есть я сомневаюсь. Сейчас Крейзи ловят, но у Крейзи там еще пандята, конечно же, есть. Сейчас Сайленс на него кинули, но Сайленс пройдет через пару секунд буквально. Медведя под Малифайсом бьет Стеллианер. Стеллианер вгрызается в Медведя. У Стеллианера БКБ есть. Да пора уже, наверное, включать, чтобы не сдохнуть. Есть минус fucking mad. Крейзи продолжает брить эту вышку. Я не знаю, сколько они ее будут еще пинать.
35 секунд есть минус тауэр. Вот это самая главная фишка. Да, и вот копается Сокс. Все, медведь должен распадаться. Отличный бэкхолл по троим. Крейзи, да давай же разваливайся на своих пандят. Хорошо, можно убивать Сокса, все на проклятие. Фунзи минус, есть же Сокс уходит, лоу хп, уходит также Синдерен. Там байбеки что ли? Не-не-не, нету байбеков. Ловят кебапа, кебапа убивают. Ломайте мид, ломайте трон. Просто в салат, минус 4. Где же бабосы? А бабок нету, чувак. Давайте бить-то ура. Ломать эти нафиг вышечки, все, там стоят эти пандята, минус тир 4, есть один байбек, делает байбек все-таки медведь, влетает Синдерен, у Сталионера 11 секунд до БКБ, но маны нету, есть Сулринга даже нету, все, он вообще без маны, бреют тир 4 Таура, линия тем временем по миду падает у команды The Nation, минус тир 4, 40 секунд еще есть, преимущество просто в пятером, Факинмед влетает, седой, Сталионер вгрызается, Сталионер, БКБ, грызет Факинмеда, минус Сталионер, Крейзи уже здесь, Крейзи минус, падает сам Крейзи, делает байбек, еще один, боже мой, что происходит, и умирает Век. Задефить мид, пацаны, и задефить трон. Трон почти уже склеился, 2100 хп у трона осталось, тут у трона 3800. На самом деле, я со всей ответственностью заявляю, что Сокушка сраный рак, он сдох два раза, подверг свою команду по шансам на поражение, и типа вот только что то, что он сделал в файте, ну, это уму непостижимо. Он увидел там, что кто-то с кем-то машется, он думает, а хер с ним копнул из дома. Но как бы у него аганим с вейлом, он должен заходить в соло в 1x5, оставлять всем там по 30% хп и все. И он два раза как раковый отыграл и оставил шансы... знаешь, на победу. Конечно, да, то, что сейчас происходило, это было очень нам интересно и на руку, но сейчас будут мега-крипы. Да, конечно, и... тут уже должны проигрывать The Nation. Не получилось, самую малость не получилось додавить на второй карте. Ну, тут понятно, что парни умирают, и умирает трон. ГГ ВП, и не знаю, что еще можно писать. Хотя трон пока еще жив, слушай. Да нет, трон не жив. Ну, пилит его пока только одна коза вместе с Синдереном, причем Синдерен умирает под башем. И умирает сейчас еще fucking Мэтт, и умирает сейчас еще коза. А нет, все, минус трон. Да, там тележки стояли, стреляли. Противная, отвратительная игра. С окончательными, с оконцовочными фейлами команды MTV. Вот